Резонансное ограбление произошло в Усть-Илимске. В городскую дежурную часть поступило сообщение о хищении ящика для сбора пожертвований в одном из магазинов. Деньги собирали для ребенка, которому была необходима срочная реабилитация. После изучения записи с камер видеонаблюдения правоохранительные органы пришли к выводу, что причастны к преступлению могут быть молодые люди, запечатленные на этих кадрах. Расследование продолжается.